Всем привет! Сегодня я буду готовить салат из чечевицы с рукколой и с козьим сыром. Для этого нам понадобится зеленая чечевица, руккола, козий сыр. Также нам нужно будет половинка красного лука, уксус из красного вина, оливковое масло, помидоры черри, дижонская горчица, ну и соль и перец. Все ингредиенты я напишу в описании, то есть точное количество, которое вам понадобится. Итак, мы берем один стакан чечевицы, моем ее, кладем в кастрюлю, добавляем 2 стакана воды, также половину красного лука, доводим все до кипения, потом уменьшаем температуру и оставляем вариться на маленьком огне до около 20 минут. Итак, сварилась уже чечевица, мы выложили ее в миску, дали ей остыть, добавили туда порезанные помидоры, а также рукколу, сделали соус к салату, здесь вторая половина красного лука, оливковое масло, горчица и уксус. Сейчас порежем сыр, козий сыр, добавить немного соли и перца, и салат будет готов. Итак, вот получился финальный результат. Сверху козий сыр. Я попробовала, уже довольно вкусно. Если вы хотите попробовать сделать, делайте. Удачи вам. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Все, пока-пока.